судьи, главное, чтобы поняли, что произошло. Спильно. Где проект Спильно? Я сегодня видел представитель проекта Спильно. Есть? Есть? Нету? Нету. Вкратце расскажу. Достаточно интересный продукт. Может быть, кто-то применит для себя. То есть, это хотели создать модель платформы совместного инвестирования конкретно на памятники архитектуры. Примером был приведен дом с кошками. Со змеями. Химерами. Да, поэтому я не знаю, какой. Ну вот, в общем, какой-то архитектурный объект Киева, который можно за совместно инвестированные деньги отремонтировать и далее, согласно процентам внесенных средств, получать дивиденды с его использования. То есть либо там создать дорогущий отель, либо как туристическую модель применять. То есть идея интересная, в реализации тоже можно сделать интересно. Так, следующий продукт.